Всем доброго времени суток, с вами игровой проект World of Adventure, и я бы хотел бы вам наконец-таки предоставить полную информацию о целиком уже доделанном, сделанном наконец-таки войне. Ну что ж, давайте начнем. Начнем мы с описания талантов. Вот, так, ну, первый талант у нас называется «Удар героя». Бьет он всего лишь одну цель, очки талантов требуется один для прокачки, затраты ярости 5, задержка 3 секунды у него для повторного использования. Далее требуемый уровень героя 1, нанесение 5 единиц урона плюс 2 единицы урона за каждый прокачанный уровень. Далее, мощный удар. Требуемый уровень героя 5, требуется прокачать талант удар героя до 3 уровня, то есть вот он первый был. Далее, нанесение 10 единиц урона плюс 5 единиц урона за каждый прокачанный уровень. Далее, кровожадность. Тип. Это у нас АУЕ талант, то есть он площадный. Требуемый уровень героя 10. Требуется прокачать талант мощный удар до 3 уровня. То есть это вот предыдущий талант. И далее, нанесение 5 единиц урона плюс 5 единиц урона за каждый уровень. Трем целям в радиусе 5 метров от цели. Далее, безумство. Один уровень у него всего лишь, не по 3 уровня, как у предыдущих, а всего лишь один. Далее, тип используемый, требуемый уровень героя 15, требуется прокачать талант кровожадность до 3 уровня. Описание. Воин впадает в безумство, накапливая 100 единиц ярости. То есть это, к примеру, если вы слили целиком ярость, вот в правой части экрана можно увидеть показатели ярости, 100 единиц сейчас. Вот, ярость, в принципе, регенерируется быстро, то есть по 5 ярости в секунду накапливает воин в пассиве. Вот. Ну и, собственно говоря, вот безумство целиком регенерирует вам вашу ярость, для того, чтобы вы могли шпиговать своих врагов дальше свинцом. Далее. Безумство. Это уже пассивный талант. Очки талантов 2 требуют для прокачки одного уровня, затраты ярости 0, задержка 60 секунд. Ну вот. А требуется уровень героя с 1 по 30. Ярость воина становится непоколебима, когда он получает физический урон. Его сила возрастает на 3 плюс 3 за каждый уровень. Вот. То есть это в пассиве срабатывает только один раз в течение 60 секунд. Но он пассивный. Вот так. Далее. Рывок. Тип 1 цель. Очки талантов 3. Максимальный уровень таланта 1, затраты ярости 30, задержка 12 секунд. Требуемый уровень героя 20, требуется прокачать талант ярости воина до 3 уровня. Делает стремительный рывок к врагу с 15 метров, тем самым замедляя его на 3 секунды. И, наконец, последний талант. Это у нас называется отпрыгнуть. В нем 3 уровня. Это самый такой мощный талант будет АУЕшный. Вот, тип 1 цель. То есть, как бы, по сути, здесь два у него типа. То есть, как, ну, он просто используется на одну цель, вот, но от этой цели он еще бьет АУЕ. То есть, как площадный. Ну вот. В принципе, не проблема, если нужно будет добавить в тип еще одной цели, то мы сделаем, вы пишите. Так, далее. Очки талантов 2, затраты ярости 100, задержка 180 секунд. Так, продолжаем. Задержка 180 секунд. Требуемый уровень героя 25. Требуется прокачать талант рывок до 1 уровня. То есть вот предыдущий у нас талант был. И, собственно, описание. Делать стремительный прыжок к врагу с 10 плюс 5 метров, тем самым обездвиживая его на 3 плюс 1 секунду и нанося 30 плюс 10 единиц урона за каждый уровень. То есть получается, вот есть у нас вот как бы вот изначальный уровень, допустим, вот первый, да, вот у нас уровень идет. У него, то есть сейчас получается с первым уровнем у него дистанция прыжка 10 метров, обездвиживает на 3 секунды всего и наносит по умолчанию 30 единиц урона. Вот. На втором уровне, естественно, уже добавляется вместо 10 метров уже с 15 метров делает прыжок, вместо 3 секунд 4 секунды и вместо 30 урона уже наносит 40 урона. Вот. Ну и, соответственно, дальше уже идет 20 метров у него, он делает прыжок с третьим уровнем прокачанного таланта,
на 5 секунд обездвиживает вашего противника. Неважно, находится он в небе, в воздухе, если у вас есть возможность к нему подпрыгнуть, вот, он прыгает на него, замедляет, ну не замедляет, обездвиживает, то есть враг не может никуда ходить, даже в воздухе. Вот. И наносит, соответственно, уже 50 единиц урона. Вот, ну давайте приступим наконец-таки к делу. Так, ну давайте на ком? Давайте на обычных мобах так потестим, что ли. Все во всегда, мы здесь, заветное место. Так, ну давайте первый удар героя тестируем. Тестируем удар героя. Ой, нет, нет, промахнулся, пардон. Так, удар героя, давайте мощный удар теперь. Давайте еще вот так вот сделаем, чтобы это был снова удар героя. Так, далее у нас кровожадность. Кровожадность это который наносит АУЕ урон. Давайте мы сейчас эндерменов убьем, пойдем. Эй, вы куда? Вот, выглядит это как-то так. Так, далее у нас безумство. Безумство сейчас я вам прям, вот прям на деле, ребят, покажу, что это такое. Для этого мне нужно использовать... Так, мне нужно использовать... Прыжок. Отпрыгнуть талант. Видите, ярость накапливается. Дал 5, 30. Теперь используем кровожадность. Все, ярость сразу на максимум. Ой, кровожадность. Безумство. Так, далее. Рывок. Вот так выглядит рывок. Коровка даже не ходит. Вот, а более корректно показать... Так, сейчас более корректно покажу. У нас криперы обычно бродят, ходят всегда. Допустим, пусть он заагрится на меня. Давай, агрись. Эй, агрись, эй. Чувак. Оп. Так, плохой пример, я понял. Так, нам нужен тогда какой-нибудь, пусть будет, как всегда, Iron Golem. Во, точно. Оп. Еще так разок ударим. Вот, видите? То есть обездвиживает противника. Вот. Вот, все. На этом, пожалуй, все. То есть такой мини-короткий гайд, предварительный обзор, даже это уже даже не предварительный, а наконец-таки на сервер мы добавили 4 класса. На данный момент у нас стопроцентный функционал 4 классов это маг, паладин, жрец и воин. Вот, при выходе новых каких-то аддонов, то есть это плюс-минус где-то через полгода мы их будем выпускать, то есть будет добавлен новый контент, как PvE, так и PvP, то есть это различные подземелья, это задания, новый вид оружия, новые таланты, переработка, возможно, старых талантов. Возможно, сделаем, чтобы, вот смотрите, на примере покажу, возможно, сделаем билды непосредственно для каждого класса, чтобы нельзя было качать все абсолютно таланты. То есть пока сейчас оно так, как оно есть, то есть на данный момент мы видим пока правильным это так, потому что, в принципе, большого количества врагов у нас нет. Вот. Враги, конечно же, у нас кастомские, то есть мы сами их делаем, то есть по виду они будут одинаковые, то есть если это зомби, то зомби, только в броне и с талантами, с абилками, которые, моб, который использует, грубо говоря, таланты тоже. Вот. Боссы и все в этом духе. В общем, ребят, оставайтесь с нами. Кто не играет, присоединяйтесь. Все. Всего хорошего.